Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в Старый Новый год. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову, на Старый Новый год москвичей ожидает небольшой снег и около 0 градусов. Она отметила, что такая погода не свойственна для этого времени года. По словам специалиста, погода будет практически без суточного хода температуры. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!